Вечером 21 апреля на улице Кузнецова загорелся легковой автомобиль. К ликвидации пожара там ЧС была привлечена 1 единица техники и 4 человека личного состава. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Наиболее вероятная причина ЧП – неисправность механизмов авто. Несколькими часами ранее в этот же день горело производственное здание по адресу 11 проезд, дом 2. На борьбу с огнем прибыли 7 единиц техники и 24 спасателя. 300 квадратных метров здания повреждено. Версий, почему это произошло, две – неосторожное обращение с огнем, либо поджог. Специалисты просят граждан в пожароопасный период быть внимательными, особенно на природе. С начала 2019 года на территории города Иваново произошло 115 случаев пожаров сухой травянистой растительности. В связи с наступлением пожароопасного весенне-летнего периода, напоминаю о запрете разведения костров на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений, а также о запрете пала сухой травянистой растительности.